Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. В этом видео я покажу вам редкую монету нового образца 5 гривен 2019 года, которая стоит, конечно, не 25 тысяч гривен, но довольно дорого. И подобную монету можно искать в обороте. Еще вы увидите 5 гривен 2019 года, покрытую настоящим золотом 999 пробы. Внимание, сейчас идет конкурс с подарками, приуроченные к тому, что на канале 30 тысяч подписчиков. Ссылка на видео будет в описании. Условия конкурса очень простые. Нужно будет оставить комментарий и быть подписчиком каналов. Ссылочка на видео в описании. Переходите, участвуйте. Ну что, поехали? Анонс 5 гривен монетой был еще в прошлом году. На фото мы видим монету образца 2018 года. Конкретно 5 гривен 2018 года считаются пробными. Возможно, они тоже всплывут на аукционах и будут стоить гораздо дороже номинала. С 20 декабря 2019 года ввели в оборот 5 гривен монетой. Это монета из цинкового сплава с гальваническим покрытием. Сейчас перед вашими глазами 5 гривен 2019 года с браком. Это поворот 180 градусов. Данная монета в коллекции у моего коллеги-нумизмата Димы Лаврика. Спасибо ему за то, что записал видео этой монеты для меня. Кстати, у него в видео можно узнать, как проверить подлинность такого брака. А сейчас перед вашими глазами 5 гривен, покрытый настоящим золотом 999 пробы. Эту и другие монеты я разыгрываю на своем канале. Так что обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк. Вам не сложно, а мне приятно. По стоимости 5 гривен с браком 2019 года оценивается около 50 долларов, может быть и выше. Цена будет зависеть от того, насколько часто будут они появляться в обороте и находиться вами, друзья. Подобные монетки я покупаю для своей коллекции. Ссылка на мой телеграм будет в описании. Кстати, оценить вашу монету и пообщаться с коллегами-нумизматами можно бесплатно в нашей группе в Telegram. Ссылочка также в описании. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно заходите вот в этот ролик, участвуйте в конкурсе с подарками. Всем пока!